идет проверка аквапота Quattro. Для этого мы использовали фитинги на 16 диаметром. Вот такая вот уплотнительная резиночка. И фитинги для капельного полива. Используем насос на 500 литров проточность, до 600 литров в час. Все, капельный полив использовался, шлангочки. Тут капельница на проточность 2 литра в час. Насосик регулируется большей и меньшей скоростью. Используем компрессоры на два выхода. Вот такие вот калм на два выхода. Расстановка ведер друг к другу относительно вот эти шлангочки, чтобы для удобства подключить его и ставить компрессор или на это ведро, или на это, или вниз. Аварийный кран сброса воды. Вот уровень воды идет отдельно, выведен в 5-м резервном баке. В принципе, вот так вот все. Задавайте вопрос, кому интересно. И всем, ребята, хорошего урожая.